С возвращением. Помогать святошам, да ну их в яму. И охота вам проливать кровь за шеакрийцев после того, что они сделали с Айкой. Я против. Сайка бы пришел им на помощь. Ты в этом так уверен? У меня вообще-то не 9 жизней. Что ж, двум смертям не бывать, а одной не миновать. И я с ним согласен. Вместе у нас больше шансов. Мои клинки к твоим услугам. И то верно. Демоны куда хуже. Я их на дух не переношу, но Кальдер прав. Меня уговаривать не придется. Если вы готовы, то я в деле. Покажем этим демонам, где раки зимуют. И шакрийцам так уж и быть поможем. Пусть знают, что мы свое слово держим. Гул'дин, мы... Ах ты сопляк! Да ты хоть знаешь, сколько демонов пало от моего клинка? Я их убивал, когда ты еще пешком под стол ходил. Все как с ума посходили. Хотят помочь шакрийцам, даже Гул'дин. Вот уж во что никогда бы не поверил. Это ваше с Виоли рук дело? Воздух весь пропитан запахом крови. Мы опоздали. Кто-то уже атаковал шеакрийцев, но я не застал самого сражения. Демоны повсюду. Убьешь одного, а на его место приходят еще двое. Что значит отступить? Да вы в своем уме! Шеакри никогда не отступит перед этими порождениями тьмы!
Встретить достойного соперника. Разломы твоих рук дело. Я лишь зритель на этом спектакле. А вот у вас главная роль. Собирается черный дождь. Ну, ваш выход, грандмастер. Федерико, демоны уже здесь. Страшная тьма надвигается. Держись подальше от этого демона и его меча. Федерико здесь нет, но я знаю, что он все еще жив. Небо будет. Время слов прошло. Настало время действий. Мы больше не можем ждать Федерико и его людей. Пора выходить на бой против нашего врага. Снова вы? И не сидится же вам на месте. Пришли посмеяться над моим поражением? Бойцы Авесты, всем занять позиции на равнине. Приказ грандмастера Сайки. Все готовы? Ну что, пришла пора прощаться. Я не знаю, встретимся ли мы снова, но это была хорошая охота. Голова. Что со мной происходит? Хватит! Я был уверен, что вы придете. Кальдер сказал, что отпустил вас, но мы в Авесте своих не бросаем, правда? Нам пора. Все уже на равнине. Пришло время решающее.
Давным-давно он сказал мне, когда хлынет черный дождь, всему живому придет конец. Мы не можем это остановить, но для нас, Деронов, отчаяние и безысходность – старые друзья. Сегодня отличный день для смерти. Пророчество исполнилось. Теперь мы вольны сами писать свою судьбу. Как знать, может, черный дождь — это именно то, что изменит участь Деронов. Клин клином вышибают. Пообещай, что выживешь. Тебе нужно многое узнать. Итак, ты здесь. Каким будет твое решение? Черные соколы! Не страшитесь демонов! Мы защитим Фейтон любой ценой! Не дайте тьме поглотить себя! Разите демонов без пощады! Веста была создана ради этого дня! Дети тьмы, примите свой дар! Станьте частью легиона или умрите! Это дождь, начало новой эры! Без паники! Держим строй и прикрываем своих! Смерть демонам! Шакре встанет рядом с Авестой! Творец, я взываю к тебе! Щит! Имя света! Братья, очистим эти земли!
Это еще что? Бить по демонам наверху! Надо остановить колосса! Иди дальше! Мы задержим их здесь! Если монстр подберется ближе, нам конец. Баллисту к бою! Стрелять по колоссу! Сколько же их тут? Сможешь повторить? Мы отвлечем демонов на себя. У тебя получилось. Победа уже близка. Поднажмем. Yeah.
Вернитесь! А вот и он, повелитель тьмы. Самопожертвование. Здесь нет того, что я ищу. Одна лишь тьма. Тьма, что отравляла эти земли, теперь внутри меня. Чего ты ждешь, воин Авесты? Перед тобой враг, которого надо уничтожить. Зачем? Нет меня. Он принял весь вред на себя. Это безумие. Никому не под силу такое выдержать. Прими свою судьбу. Всегда.
покончим с этим раз и навсегда. Называли нас демонами. Но теперь я могу умереть человеком. Поверить не могу, что Сайки больше с нами нет. Не думал, что буду провожать его в последний путь. Покойся с миром. Ты будешь жить в нашем мире. Покойся с миром. Я ждала вас, Искатель. Церемония скоро начнется. Ночь миновала, но многие Дероны уже не увидят новый рассвет. Мы должны проводить их в последний путь. Создатель. Души этих Деронов возвращаются к тебе. Прими же их в свои объятия.
это последняя воля Сайки. Еще задолго до битвы он передал мне запечатанный конверт и сказал: «Когда придет время, ты поймешь, кто должен его открыть. У меня нет сомнений. Сайка говорил о тебе». Судьбоносный странник. Твой путь лежит туда, где еще живут призраки иных времен. Благословенный свет, который ты ищешь, сокрыт в самой пучине скверны. Передай остальным, пришло время сбросить с себя оковы. Изгнание Деронов закончено. Мир должен объединиться против общей угрозы. Не мы начинали эту войну, но именно мы положим ей конец. Вперед, навстречу вожделенному свету. Благословенный свет в самой пучине скверны. Речь определенно о яме. Отправляйся туда и найдешь, что ищешь. Какой бы долгой ни была ночь, она всегда заканчивается. Я больше не ощущаю тьму в этих болотах. Значит, вы сделали то, что когда-то не удалось нам. Пришла пора покинуть этот мир, узнать, что скрывается там, за чертой. Не повторяйте наших ошибок, берегите этот свет, ибо тьма всегда рядом. Эсдосиан спрятал осколок ковчега в Фейтоне. Веками свет ковчега был скрыт ото всех. Я хранил его, чтобы он не угас. Или, быть может, это он нас хранил. Первозданный свет в проклятых землях. Я доверяю его судьбу тебе.
Так все это время осколок ковчега был в яме? У Эзда Сиена своеобразное чувство юмора. Наверное, в этом есть свой расчет. Кому бы пришло в голову искать там? Осколок, скрытый в Фейтоне. Тебе удалось спасти целый народ. Теперь Дероны могут начать все сначала. Исполни клятву. Это очень важное задание. Ошибок быть не должно. Я провожу. Остался последний осколок. Вы ему доверяете? Он выполнит свою роль. Скоро все изменится. Не окраси и сочтены. Осколок ковчега в безопасности? Хорошо. Теперь в Фейтоне все изменится. Мы больше не будем скрываться и прятаться, а встанем плечом к плечу с другими народами, как завещал Сайка. Может, останетесь? А Вести бы сейчас пригодился ваш опыт. Кальдер старается, но без Сайки нам приходится нелегко. Да и как найдешь замену тому, кто был для Деронов настоящей легендой?